увеличится зеваемость, и скучаемость заполнит мироздание. А мы бросаем звуки вызов, потому что потому жить на свете без сюрпризов невозможно никому. Пусть удачи, неудачи, пусть полеты вверх и вниз, только так, а не иначе, только так, а не иначе. На здравствуй, сюрприз! Сюрприз! Да. Нет, пацаны, надо перейти право.
твердые. Вы не знали меня? Да. Кто же я, друзья? Русалка. Правильно. Я так спешила вместе с моей подружкой Рапунцель на праздник к вам, чтобы поздравить самую замечательную, самую... Вы к кому вы пришли на день рождения? Я! Правда? Пришли на день рождения. Давай пять, друг мой. Познакомишь? Давайте. Уже познакомилась. Ой, а я не успела. Привет, моя принцесса. Здравствуйте. А вы меня узнали? Ну, кто я? Сюда, чтобы поздравить нашу именинницу и от всех-всех принцесс, знаете, что сказать? Дело в том, что, Яночка, все принцессы поздравляли тебя. Они, к сожалению, по разным причинам не смогли прийти. Вот Эльза боялась растаять, потому что у вас тепло и хорошо. Вот у Золушки свои дела, ей опять там сколько там всего нужно было сделать. Поэтому, Яночка, позволь нам от всех принцесс поздравить тебя с днем рождения и пожелать, чтобы все твои мечты обязательно исполнились. Да-да-да. Но вы знаете, друзья, мы не просто прибежали, чтобы подарить вам сюрпризики и подарочки. Ян, дело в том, что ты уже вон какая. Сколько я не исполнилось, кто знает? О, 5 лет! И мы знаем, друзья мои. А мне 4,5. Еще как я взрослая. А мне тоже 4,5. Можно я расскажу секрет? Можно? Друзья мои, дело в том, что Яна тоже настоящая принцесса, потому что обладает всеми качествами, которые должны обладать настоящие принцессы. Яночка, скажи, пожалуйста, а вот твои подружки пришли к тебе на праздник. Скажи, пожалуйста, а они принцессы? Вы принцессы? Серьезно? Можно мы их проверим? Заодно и поиграем, повеселимся, потанцуем и все весело проведем твой день рождения. Можно, солнышко? Отлично. Похлопайте себе, ура! Ну, друзья мои, скажите мне, пожалуйста, мы с Русалочкой приготовили для вас суперсложное задание от каждой принцессы. Вы готовы их исполнить? Да! Мы не слышим, готовы? Да! Молодцы! Тогда, дорогие друзья, сейчас мы будем... Каждая принцесса обладает определенными качествами характера. И вы не поверите. Идите сюда, расскажи секретик. Идите быстрее сюда. Если вы пройдете настоящую школу принцесс и выполните все задания от каждой принцесски, вы получите волшебные подарки. Друзья, кто любит подарки? Кто любит подарки? Я! Кто пройдет все испытания? Я! Тогда, дорогие друзья, смело отправляемся в путь. Итак, тогда быстренько в кружочек сами стали. Оставляем быстрее колпачок, оставляй, мое солнышко. Ой, я... Отлично. Ну что, итак, дорогие друзья... Давайте ближе вот сюда, чтобы колпачок не мешали. Молодцы, ручки отпускайте. Первое, что делает настоящая принцесса, когда просыпается с утра, друзья мои, она делает зарядку. Принцесса, кто из вас делает зарядку? Я! Я не слышу, кто? Я! Но мы сейчас вас с Яной научим нашей самой классной зарядке. Поэтому, что-то родители так стоят, можно испытание. Договорились? Да! Что, присоединяйтесь. Итак, зарядка от наших принцесс. Готовы? Повторяйте за нами, друзья. Повторяйте за нами. Ручка вперед, кулачок. Разжимаем на бочок. Правая ручка вверх, левая ручка вверх. И помашем привет. Ручки у тебя сгибаются, их плечо прощаются. Ножками потопали. Ручками потопали. Молодцы. Слушай, Яночка, скажи мне, пожалуйста, раз они настоящие принцессы, я вот Рапунцель, самая быстрая принцесса, как я скачу на лошадке. О, закачаетесь, потом вы мне это покажете. Но, друзья мои, так как я быстрая, я зарядку делаю в 2 раза быстрее. Кто из вас делает в 2 раза быстрее зарядку? Я! Тогда поехали, повторяем за нами. Ручки вперед, кулачок, расшибаем на бочок, правый верх, левый верх, поможем принцессе. Пусть отца снимаются, он тебя качается. Ножками подобрись, ручки по столу. Какие они все молодцы. Яна, ты правильно выбрала друзей, они у тебя классные. Давайте еще себе похлопаем, молодцы. Ну скажите мне, пожалуйста, а какое вы настроение взяли на праздник к Яне? Ты это слышала? Вообще, какой они шоу? Не пройдут испытания, потому что на дне рождения настоящей принцессы должно быть самое крутое, самое отличное настроение. Яна, надо твоя помощь. Возьми, пожалуйста, пальчики. Указательные, щекотательные.
кнопка включательная. Подбеги к своим друзьям и включи только кнопочку отличного настроения. Ты знаешь, где они находятся? Кнопочка. Смотри. Ой, смотри, как улыбаться начала. Побежали. Ой, давайте тоже все. Договорились? Итак, ну а кто с нами? Начинаем первое испытание. Первое испытание у нас от Золушки. Она самая трудолюбивая принцесса. Поднимите ручки. Кто из вас помогает маме? Так, молодцы. Отпускайте ручки. Поднимите ручки. Кто моет посуду? Я! Отлично. А кто пылесосит дома? Я! А кто готовит кушать? Я! Похлопаем, умнички, молодцы. Громче, 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 друзья. Вы же такие крутые. Итак, дорогие друзья, смотрите. Сейчас мы Золушке будем помогать уборкой заниматься. Так как мы дети современные, у нас мусор по раздельным контейнерам. Есть у нас какого цвета мусорный контейнер? Красный. Правильно, молодцы. Красный контейнер. А это какого цвета? Оранжевый. Молодцы, оранжевый сюда. А это какого цвета? Зеленый! Слушайте, какие вы молодцы, какие вы умнички! Итак, а это какого цвета? Синий! Правильно! Табную металлочку. И, конечно же, набросаем самый, что ни на есть, страшный мусор. Итак, посмотрите, какого вот он. Итак, глазки на меня, принцесса. Мы будем брать мусор. И знаете, что будем делать? Мы будем брать и мусор вот этот вот. Туда, в контейнер, какого цвета скажу, туда быстренько и заметайте. Ой, стоять! Замели на мусорный контейнер. Подняли этот самый. Ну, держи. Давайте, одевайте. Держи мой зайчик. Держи мой зайчик. Держи мой зайчик. Хватит мусора, ну что ты. Итак, дорогие друзья. Ой, прости, пожалуйста, бери быстрее. Итак, а теперь. Смотрите, вот там сколько мусора. Давай, 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 друзья. Молодцы. Все на зеленый. Посмотрите, они
совсем еще пока не нарядные и не праздничные. Давайте нам вместе сделать. Посмотрите, ну какого они цвета? Посмотрите. Сейчас. Какого цвета? Зеленого, правда? А вот этот хвостик какого цвета? Фиолетового. Фиолетового, правильно, друзья мои. Посмотрите, ну не хватает, друзья мои, чешуек, правильно? Да. Они бывают тоже фиолетового цвета. Ой, и подожди. Зеленого. Фиолетовый. Как думаете, куда мы будем фиолетового чешуек? Яночка, куда? Держи, мое солнышко, покажи, Яночка. Похлопайте, друзья мои, Яне. А вот это, друзья мои, какой? А вот это. Подождите, ручки отпускайте. Яночка, давай. Давайте, крепи, Яночка. Крепи, мой зайчик. Похлопайте, Яночки. Похлопайте, друзья мои. А теперь глазки на меня поднимите. Посмотрите. О, Альмира Салочка, давай, вон какие классные. Мы сейчас осложним с тобой задание. Смотрите. Опа, убежали. Друзья, стоп, стоп. А кто это? Замерли? Нет. Возвращайте сюда, подождите. Бросайте. Нет, бросайте. Принцесса очень внимательная и послушная. Мы же еще так разбросали. Еще не было команды, друзья мои. А вот сейчас, когда мы разбросаем все... Стоп, стоп, нельзя бегать. Нельзя, надо ждать. Вот сейчас глазки на нас поднимите, пожалуйста. Нужно брать по одной чешуйке, прибегать к нам и сюда ложить. Или на зеленый, или на фиолетовый хвостик. Договорились? Да. Прикрепите и дальше бегите. Только, друзья мои, очень аккуратно. Принцессы бегают красиво и аккуратно. Не падая, не толкаясь. Договорились, наши солнышки? Да. Не слышим, договорились? Да, поехали, вперед! Умеете? Да! Кто умеет плавать, поднимите! Да! Интересно, а кто из вас нырять любит? Нет! Все, тогда проверили, можно нырять. Итак, друзья мои, тогда я приглашаю вас в самое классное и самое волшебное море, друзья мои. Берите за море ручками, друзья мои. Идем сюда, сюда. Идем сюда, другой море. Красиво. Вот сюда. Ой, Ян, смотри, у нас сколько места. Яночка, беги к нам сюда, моя зайчка. Друзья, посмотрите, сколько морских обитателей у нас на дне. Ой, да, смотри, тебя в бальном платье. Да. Ой, а это кто, русалочка? Крак. Клаб. Флаундер. Клаб. О, краби. Ой, а это кто, скажите, пожалуйста? Морской канал. Молодцы. А вот это? Орель, а скажи, пожалуйста, ребята, я-то ни разу не была на море, вообще ничего не знаю. А скажи, а правда, что есть какие-то волны у вас большие, маленькие? Да, бывают маленькие, всего один балл. Маленькие. Что ты говорила, 5 баллов? А еще бывает 5, немножко побольше. А бывает штурмовое предупреждение 10 баллов. Какие вы молодцы, друзья мои!
потому что на дне морском могут попадаться разные. Там чудища морские. Видели когда-нибудь морских чудищ? Нет. Когда нужно будет поглубже нырнуть, чтобы они нас не нашли. Договорились, друзья? Это здорово. Итак, что мы будем делать, рассказывать? Друзья мои, мы берем наше море за левую ручку. И поворачиваемся. Вот, молодцы, поворачиваемся. Давай в левую ручку. Вот, молодцы. И я будем... в другую ручку. Молодец. Поворачивайся в другую сторону. Да, в другую сторону, зайчка. И мы будем идти. По бережку, что ли? И смотреть. Направо. Направо, налево. И не вот, ли там? Да. Нам не попадется морской конек или, может, акула. Молодцы. А как только музыка закончится, нужно будет нырнуть, нырять, а я буду проверять, все ли нырнули. Кого мы здесь увидим? Может, сзади кого-то зажал? Все ли нырнули? Никого не уходит. Молодцы! Итак, дорогие друзья, выныриваем. Готовы? Девчонки, так это знают, они же настоящие принцессы. Я включаю самую веселую музыку. Итак, друзья, вы готовы? Да! Самая храбрая принцесса, потому что плавает она рядом с самыми страшными, чья заколочка, самыми страшными акулами. О, смотрите! О, помните, нам надо доказать, что мы тоже как принцессы. Вот как Золушка мы доказали. Но мы же храбрые, правильно? Да! Кто самый смелый? Да! Молодцы. Тогда давай проверяй. В кружочек быстренько стали. Раз, два, три. Раз, два, три. Молодцы. Друзья мои, пока вы разговаривали с работой, мой акуленок сказал, что он хочет поиграть с вами. И немножко проверить, какие вы внимательные и крутые. А знаете, что он будет делать? Он будет щекотать ваши ладошки. Покажите ему свои ладошки. Показали. А вам, друзья мои, нужно будет спрятать их просто за спинку. Интересно, у вас получится двойки? Он хочет щекотать вам еще. И пяточки ваши. Идемте сюда на травку. Идемте сюда на травочку, чтобы было удобно. Да? А что это нам надо делать? Друзья, он хочет проверить, умеете ли вы высоко-высоко прыгать. Ну-ка покажите, как вы высоко прыгаете. Не так, акуленок, все, вас не защипать. Смотрите, когда он будет плыть внизу, он нужно высоко-высоко прыгать. Готовы? Говорит акуленок, что он хочет еще усложнить задание. Яна, можно? Да. Он хочет щекотать вам еще. И? Точно можно. Ян, вы точно справитесь? Да, да. Вот это да. Ну ладно, давай. Он хочет щекотать вам носики. Майк, когда он будет? А вот, кто-нибудь, это носики.
поэтому не переживай, друг. Давайте помахаем нашему окуленку. Пока! Пока! Друзья, вы такие умнички, вы такие молодцы. Русалочка, ну что, от тебя задания закончились? Да! А ты что, русалочка уменел теперь? А Ариэль, закончили задание? Нет? Справитесь! О, я, наверное, поняла. Можно я проведу? Друзья, вы не поверите. Дело в том, что у русалочки очень много друзей. И рыбки, и медузки, и крабики. Дорогие друзья, но там внутри моря очень темно. И они еще, кроме того, что они очень храбрые, они очень, знаете, какие? Внимательные. Сейчас мы будем танцевать с вами, а я, дорогие друзья, вас буду прятать. А вы должны угадать, кто спрятался на дне морском, кого не хватает. Да, Рапунцель, конечно, так легко. Мы будем, друзья, глазки закрывать, потому что так, конечно, легко. Справимся, друзья? Да! Вы точно справитесь? Да! Ну, хорошо, договорились. Тогда танцуем и веселимся, друзья мои, ручки вверх. Давай, давай. Янка посвящается. А кто знает песенку? Давайте подпевать. Ручка вверх, залетает в сон. Такая ты грустинка, холодная конвинка. Хлопает глаза, влево, вправо, в потолок. Ягода малинка. Закрыли. Открывайте глазки. Ой, я что-то забыла. Кто? Кого не хватает? Я. Точно? Я. Вы уверены? Да. Тут какой-то мальчик. Яна. Точно? Я. Готовы проверять? Да. Давайте проверять, друзья мои. Вот он! Ягода малинка. Открываем глазки. Яна на месте, но кого-то все равно не хватает. Кто спрятался в пасть какую? Ксюша. Точно, Ксюша? Да! Ксюша! Ты Ксюша? Или ты не готова Ксюша? Проверять, друзья. Давайте проверять. Ура! Попробуйте. Сейчас танцуем еще раз. Вот это да. Открывайте глазки. Друзья мои, кого не хватает, Ян? Какой-то толстый ребенок. Кто это? Вау, с двумя головами. Яна, кто все с двумя головами? Это две девочки. Серьезно? Да. И кого не хватает? Тихо, девочка, тихо. Не подсказывайте. Алису не хватает. А кого еще не хватает? Так, я, оп, вот здесь. Это кого еще не хватает? Посмотрите глазками внимательно друг на дружку. Алиски не хватает. Кого же еще не хватает? Кого же? Кто же еще там спрятался? Кто спрятался? Вася! Молодцы, друзья! Друзья мои, ну все. Я что, никого из вас не споймала? Нет! Вы что, такие быстрые? Да! Ну, на это смотри. Вообще ничего не слышно. Итак, давай, дорогие друзья. Шажочек назад. Раз. Раз. Итак, дорогие друзья, в честь дня рождения вашей самой замечательной, самой классной, обалденной подружки